Ну что ж, раз, 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 два, три. Волшебная цифра 3. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами будет интересная история, как вы уже понимаете. Creepy Tales, третья часть. Присаживайтесь поудобнее. Ее начали недавно проходить, так как это новая игрулька, то есть свежая. Прошлые части вы тоже можете посмотреть на моем канале, а мы давайте ознакомимся с сюжетом. Присаживайтесь поудобнее, готовьте чаечек, водичечку, чтобы жарко не было. Не забывайте про репосты, про колокольчик, приглашать друзей. А всем, в принципе, приятного просмотра. В наказание за свои поступки Ингрид попадает в преисподнюю, пробираясь сквозь тьму, жаждущие поглотить ее сердце. Девочка идет к искуплению, но ее судьба находится только в ваших руках. Игра полностью с русской озвучкой, поэтому диалоги читать не придется. Это радует. Это мы проверяли игру. А мы погнали. В принципе, глава первая — хлеб. Окей. Тут вроде 11 глав, поэтому ждем. Поэтому, да. Да чего же хороши эти щечки, эти глазки? Я создана, чтобы вкушать все радости жизни. Ингрид, будь добра, навести бабушку и отнеси ей свежий хлеб. Тут она обрадуется тебе. Ах. Ладно, давай его сюда. Когда вернусь, хочу, чтобы на столе были блины. Многого. Конечно, моя милая. А ты побудь немного с бабушкой. Поговори с ней. Ей так одиноко. Да, да, побуду, поговорю. Все, погнали. Рисовка тут вообще крутая. Так. Рисовка. Текст. Какая отвратительная лужа! Не хочу запачкать новые башмачки в этой грязи. Ну. Интересный поворот. Глава вторая. Пивоварня. Окей. Забавно, забавно. Что происходит? Где я? Эй, чудище! Чего молчишь? Что это за место? Ну и отвратительные детки пошли. Никакого почтения к старшим. Во-во. Другие сюда и не падают. Так куда же я упала? В болотную пивоварню. Вот и будь опрятный.
Хотела не запачкать башмачки, а теперь и вся одежда испорчена. Да. Ну что, и девчонку варить будешь? Спесь слишком. Ага. Если чабриться, а вот и рычажок. Горчить боюсь. Если смородит. Чего? Так, а до какой стороны там? А где там банка червяков? А-а-а, всё, я понял. Так. Окей. Куда бежишь? Иди к бабушке на ручку. Он жрать хотела, она. Какая мерзость. Ага. А как выбрать, алё? Такс. О-хо-хо-хо-хо-хо. Такс. Лилианы? Лилианы для Дианы, да? Да, хорошо. В смысле? Подожди, а как выбрать, а ну-ка? Это еще что за мерзость? Лиану заблокировали вход. Подожди. А как его кормить-то? Не понял. Это еще что? Так, подожди. Еще. Верните, эй, чудище болотное! Где здесь выход? Чего кричишь? Попала сюда, будешь съедена. Понятно, ничего толкового этот чувак не говорит. Да? А это подобрать можно? Или уже все? Ничего не пойму. Чего?
И? Ну и? Ну? Это еще что за мер? Ну и? В смысле нельзя применить? Что-то я ничего не понял. Глаза. А это что такое? Что-то я ничего не пойму. Почему? Чего? В смысле? Что за прикол? Что это за прикол? И что это значит? Чего? Странно, ладно. Водопад. Эй, новенькая, поиграем? Во что? В забавную игру. А если победишь, то сможешь вернуться домой. А если нет? Знакомься, это Грегор. Он проиграл. Хотя лично мне он не нравился с самого начала. Может быть, причина в этом? А ты вообще кто такой? Имени у меня нет. Я Млох, как и все мои братья. И много вас таких? Много. Но играть люблю только я. А у этой твоей игры правила-то есть? Правила простые. Поступай так, как считаешь нужным. А судьи кто? Уж точно не я. Не бойся, разберешься по ходу. Выбора у тебя все равно нет. Мрачновато. Какие-то вы здесь все неприветливые. Да и ты, Ингрид, не ангел, иначе бы сюда не попала. Что, уже хочешь домой? Очень хочу. Прошу, помогите. Видишь, водопад. За ним портал обратно в ваш мирок. Заходи в любое время. И все? Так просто? Проще некуда. Попробуй. Попробовать. Так, ой. Хорошо пошарила. Немало, видимо, в тебе желчи.
Посмотри, водопад тебя пометил. Что это за цифры? Слева твои грехи, а справа добрые дела. И что мне с этим делать? Да просто будь собой. Без проблем. Так. Чего? Так, подожди. Вправо, вправо, влево. Вправо, вправо, влево. Так, подожди. Вправо. Вправо. Влево. Вправо, вправо. 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 Так. Вправо, вправо. Вправо. Влево. 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 Так, влево. Ладно, вправо. 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 Так и должно быть, да? Брюха. Окей. Кого-то кормят. Что ныть там, блин? Молчаливые ребята. Так, подожди. Подожди, а как нам нож? И чесночок. Да подбери ты просто чеснок. И... Так, ладно, хорошо. Левый проем, окей. Так, хорошо, подожди. Так, хорошо. Ага, понятно. Так, ладно, хорошо.
Ничего. Окей. Так. Два разных места. Ладно, хорошо, подожди-ка. Так. Черт, в смысле? Подожди-ка. Блин, надо быстро сделать. Да блин, в смысле? Подожди-ка, сломанная кость. Окей. Так. Давай. А, ты не можешь. А, здесь дыра. Нужно искать другой путь. Ладно, хорошо. Давай, спрыгивай уже. Какая мерзость. Так, подожди. Выглядит отвратительно. Так, подожди, это понятно. Ты шестерню подбирать будешь? Так, хорошо. Так. Что-то я поспешил. Ага. Нет! Этот кислотный дождь. Так. Ага, все-таки вниз опять, да? Но первая смерть, это было, конечно, естественно.
Так. Так. Отлично. Кусок печени. Да блин! Нам куську сделали. И что это мы подобрали? Непонятно. Ладно, хорошо. Так, подожди, а что нужно сделать? Опять? Так, подожди, я что-то не понял, типа опять эта херня началась? Так, ладно, окей. А, все, я понял, что происходит, секунду. Давай. Давай, я понял. Давай. Так, окей. Ей урок. Ага. Ну ладно, ждем тогда. Получается раз, два. Ого, какая голова здоровая. 3, 4, 5. Ну да, игра, в принципе, такая большая. Так, подожди-ка, ждать или оно само? А, он уже забрал. Так. В смысле? Половину шестерни. Thank you.
Окей. Так, окей. А, вот здесь не хватало, что ли? И чё? Знаете, какой шестерный? А, сюда? Сейчас посмотрим, что будет. Ничего. Выберусь отсюда. Раскоп. Подожди. А, где были три щупальца, туда возвращаемся. Ну окей. Ого. Мост. Ингрид, ты чего это решила не дожидаться ужина? Какой ужин? Я теперь неделю на мясо смотреть не смогу. Что такое неделя поста по сравнению с вечностью в аду? Моих братьев-работяг видела? Видела, ага. А почему у них зашиты рты? Они болтали слишком много, как ты? А ты мне нравишься, остроумная. Может быть, и выберешься. Спасибо. Надеюсь, выберусь. Мой тебе совет. Не попадайся никому здесь на глаза. В особенности тетушке зубная боль. Здесь течет своя жизнь, или скорее смерть, а местным вы только мешаете. Путаетесь под ногами, докучаете расспросами. Вот Модест с детьми никогда не церемонился. Увидит ребенка, сразу обращает в камень и ставит во дворе в декоративных целях. И знаешь, многие сейчас стали следовать его примеру. Понятно. Эй, ты чего? Решила разбудить филина? Кого?
Я просто иду. Ну да, ну да. Другой дороги-то все равно нет. Вот именно. А ты меня только отвлекаешь. Да может, я помочь хотел. Если хотел, то говори по делу или молчи. Имей в виду, филины любят детей, но по-своему. Повесят ловец снов, и ребенок гибнет в кошмарах. Это что, тоже часть твоей дурацкой игры? Не обижай млохов, и они будут к тебе добры. В этой, как ты выражаешься, дурацкой игре можно смыть с себя грехи. Но немногим это удается. Мамочка, прости, я вела себя ужасно и не ценила твою заботу. Так. Ага, уже раскаяния пошли, это хорошо. Но слова еще нужно подкрепить и делом. Не реви, может еще вернешься. Одному мальчику, я слышал, удалось сбежать. А где перья? А! Так, подожди, а как их подобрать? Чё за фигня, подожди. И... Есть способ обойти защиту. Мой кузен как-то пробрался к ним. Слово «как-то», да? Ну и в чем прикол? Блин, сказали бы, что они даже не подсвечены. А я об этом даже не знаю. Глава 6. Окей. Ждем. Ох, сколько головоломок. Зря ты это сделала. И чё? Так. Дерево? Какое дерево? Так, шар. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Подожди, а как применить? Не здесь? А где его просунуть надо? Mm-hmm.
Подожди. Левая часть странного механизма, в смысле? Как выставлять? Она вроде так и стояла. Так, подожди. Символа молота? Так, подожди, выставляем. Подожди, мы, может, что-нибудь открыли? Или нет, подожди. А как теперь обратно вернуть? Подожди. Вот так. Тьфу ты, блин. Так. Пыльную банку нам взять надо, ладно. Где там пыльная банка? Так, окей. Валим. Так, подожди. Так, какая бочка? Подожди, бочка. Все, я походу видел, где это. Где бочонок, короче. Так. Давай, вали уже. Маляр.
Ну? Мужик, давай быстрей. Блин, а что с ней делать? Подожди-ка. Ловец снов, окей. Подожди, а после того, как мы украли, что сделать? Вот она чё. Не понял. Подожди, розы? Что с ними делает? Подожди. А чё, у нас синяя краска, что ли? О. Твою мать. Надо было подождать. А, он новые принесет, окей. Так. Безумие подни... Так, подожди. Что за безум... Подожди, а чё после того? Берём ножницы, а где там ножницы? Ну? Так, подожди, после того, как этот помер. Предварительно спрятавшись, в смысле? А как мы спрячемся? Чё за бред? А мы не спрячемся? И о чём мне с ними? В смысле? Подожди.
Окей. Хорошо, сферу мы подобрали. Ага, ту же тему проделываем, да? Эй, ты чего так вырядился? А мы знакомы? Уже забыл? Мы же с тобой играем в игру. Это, видимо, мой кузен развлекается. Вот же бездельник. Что за... Ясно. А ты чего здесь делаешь? Тебя там потеряли. Сокровища ищи. И как успехи? Да нашел кое-что. Теперь осталось найти выход. Ты часом не знаешь, где он? Хотела то же самое у тебя спросить. Ах, в рот мне перья! Вот же филины зануды! Замуровали в своем треве. Ходишь здесь голодный, без сна и отдыха. Да, странные они какие-то. Так что за сокровища? Не, зачем девчонкам это знать? Ну и сиди тут со своей банкой. Так, подожди, получается... Нажимать так же, что ли? Окей. Так, подожди. Ту же самую процедуру. А как теперь открыть? Подожди. А, вот как. Ё-моё. Библиотека. Что там? Металлический предмет. И что нам с этим металлическим предметом делать? Ладно. Так, хорошо, серп мы подобрали. Ближайшая к двери лестница. Ближайшая к двери лестница. Так, хорошо, подожди-ка. А, вот это.
или нет. Серьезно, все по новой или нет? Или да? Так, ну хорошо, я вроде уже знаю, как все работает. Это мы, походу, спалились не так, как нужно. Точнее, не так, как надо. Походу. Походу, нам от какого-то надо будет отсоединить. Походу. Вот. Сейчас, ребятки, я подойду. Так. Мы вернулись. Вот не знаю, отсоединять от этой или нет. Чего? Ладно. Так, хорошо, подстава. Так, окей. Ага. Так, хорошо, мы это взяли. А куда эта дверь ведет? По-моему, обход, да? Или нет? Чё это за фигня? Что за колючая дрянь? И ради нее я сюда лезла? Ну, хрен его... То есть у нас теперь два светящихся, господи, светящиеся камня, да? Подожди-ка. А где у нас тут типа виниловая пластинка, не пойму. Mm-hmm.
Вот оно. Последняя лестница. Подожди-ка. А мы сможем вернуться? Или нет? В смысле палит? Каким хреном он палит? Блин. Да вы прикалываетесь, и каким мне хреном это все находить? Япона мать. Так. Подожди-ка, значит. Блин, я неправильно сделал. То есть, получается, я должен соединить эту херню с этой. А нахрена я тогда прыгал, не пойму. Так, подожди-ка, значит. Логично, что... Окей. Подожди-ка, значит, получается, мы делаем вот так. Потом мы делаем вот так. А это нас возвращает назад, да? Серьезно, нам надо по новой все подобрать. Ну, естественно. Так, окей, ладно. Подожди, это типа нужно отвлечь, а как... Твою же... В смысле? А как я это сделаю? Он же типа быстро отвлекается.
что я ни хрена не пойму, а как? Блин, вы серьезно? А как я это сделаю? А, вот так. Блин, а могли бы сказать раньше, нет? А, подожди-ка, теперь получается... В смысле, комбинирую. Ты имеешь в виду комбинировать в этом плане? Или в каком? А, нет. Да я, походу, туплю. Ну? Нам не надо было так делать. Давай. Ну? Все, мы просто уходим с библиотеки нафиг. Спальню попадаем, в смысле? Ну давай. Спальня, что ли, или что это? И что это за хрень? Хорошо, спальня. И как тут проходить? Так, подожди, а как тут проходить?
Так. Успели? Надеюсь. Что за прикол? Ладно, хорошо. Так. Чего? А, это желтая сфера. Так. В смысле, передвинуть. Что за прикол? Необязательное действие, наверное, да? Так, подожди, а дальше ты чё? Непонятно ни хрена. Так. Светящийся шар. Так, и какая комбинация, не пойму. Четыре, один, четыре, один. Да, как она работает. Четыре. Один. Десять и самая нужная точка. А четыре самая нижняя точка, да? Ну.
Так я так и сделал. Или это девочки 4-1? Подожди. Эй, стоять! Куда собрался? Интересный поворот, ладно. Подожди, 2-2-2, что ли? Так, подожди, тогда получается... Ага. Эй, ты куда? Я тоже так хочу! Так, подожди-ка. Ладно, используем вторую сферу. Так, а где вторая сфера? Славно ты проучила этого филина. Продолжай в том же духе. Толку-то? Выйти все равно не удалось. Давай сыграем в игру. Кто быстрее найдет выход? Как же мне осточертели ваши игры? Что же ты раньше выход не нашел? А играть было не с кем. Да. Ну, погнали. Так, это у нас получается что за локейшн? Четвертая. Интересная херня получается. Светящийся шар. Ага, это мы отвлекаем мультипа сюда. Так, подожди, а что делать надо? Так, подожди.
какие там вентили-то? Блин, подожди. А где второй вентиль? Блин, да отпусти! А как нам теперь выйти? Угу. Зря я это сделал, ладно. Так, подожди, Все, я походу логику понял, по-моему. Если, конечно, я правильно думаю. Подожди. Понять бы еще, как это полностью работает, ну да ладно, так. Угу. Серьезно? Интересный поворот. А, понятно, что он там что-то колдует, короче. Понятно. Топ, подожди-ка. Да, подожди-ка. Первый вентиль-то я вижу. А где там был второй вентиль, я что-то не пойму. Металлический предмет. Mm-hmm.
Ладно, окей. Так, ладно, хорошо. Нельзя. Бля, что-то я не пойму, как это все работает. Вот тут я реально запутался. Непонятно реально. Понятно. Блин, ну вот на этом месте затупо реально. Я не пойму, как это проходить. Так, подожди-ка. Ха-ха, тусклый шар. Понятно. Ладно. Что я могу сделать? Подожди. Так. Я понял, мать, подожди. Или тусклый шар, типа, туда положить, или чё, я что-то не пойму нифига. Thank you.
Может, это не то, подожди-ка. Что-то нифига не пойму. Ну. Какого хрена? Вопрос. Что-то я на этом моменте не понимаю, как проходить. Вот именно на этом моменте. Это странно. Ага, он типа занимается этим, типа. А может реально нужно заменить? Подожди-ка. Нет. Вот же дерьмо, подожди-ка. В смысле нет? Блин, я тогда не знаю, что делать. Вот здесь именно я не знаю, что делать. Это какой-то... Короче, это какой-то пипец. Он там своими счетами что-то занимается. Непонятно нифига. Ладно, я думаю, мы разберемся с этим уже, в принципе, в следующий раз. Так что всем спасибо за внимание, всем до новых встреч. С вами был Казуко Family, надеюсь, Creepy Tale 3 вам понравилось. Продолжим уже в следующий раз. Ну а всем спасибо за внимание, не забывайте про репосты, про лайки и рассказывать друзьям. А всем до новых встреч, с вами был Казуко Family, всем всего хорошего, всем удачи, всем пока-пока.